Подобрали мы только что три стрелы. Вот такое место, куда класть их нет, так что я сейчас быстренько постараюсь перебрать весь этот хлам, который мы набрали в прошлой части. В принципе, скоро мы приобретем арбалет, поэтому я очень надеюсь, что мы скоро его приобретем. Это, по-моему, последнее и самое дорогое оружие в прохождении за адом. Конечно, пока оно нам не очень нужно, но перед этим мы купим чемоданчик. Вот он появился в продаже, 70 тысяч стоит. Напомню, он самое, так сказать, дорогое оружие в игре. И можно сказать, единственное, ну, за исключением дробовика, уникальное оружие, которое встречается только в Sabred Wakes. С помощью него мы будем выносить исключительно боссов. Мне бы хотелось, конечно, поскорее убраться отсюда, потому что у меня охеренно все тормозит. Охеренно все лагует. Вообще это спасительное благо. Благо, которое я больше всего не люблю. Так, разобрались. Прыгаем вниз. Но как и большинство вещей в этой игре, точнее, большинство дверей в этой игре, она закрыта. Искать ключ вам не придется. Дверь откроется сама через некоторое время. Ее откроют прислужники. Поэтому нам нужно только ждать и бегать по лабиринту. Ну что ж, пока что бегаем, открываем, я думаю, ящички. Возможно, найдем пару сокровищ. Первый ящик на моей памяти находится здесь. Да, точно. У вот этих людей в красной одежде, у них 100% благо. Поэтому надо быть очень-очень осторожным. Да ты смотришь, да ты еще плеваться умеешь, скотина, а? Посмотрите, все хп вот этот плевок сразу вынес. Я думал, он меня убьет сейчас. Какие издевания. Кто это придумал вообще? Какой-то плевок снимал пол хп. Разобрались так или иначе. Мне достал этот дебил, который стреляет. Надо ему голову снять. Boom headshot! Вот и все. Прям патрон для дробовика, нет. Может быть, нам пригодится попозже чуть-чуть. И бежим за вторым ящичком. Золотой браслет, он может нам попозже помочь чуть-чуть. Бежим за вторым сундуком. Конечно же, я по большому счету убиваю время, по той причине, что как только открою двери, я сразу же выбегу нахрен из этого долбанного лабиринта. Ну реально, лагует очень сильно. Играть невозможно.
конечно же, это дело все во фракции, но... Этот чувак тоже с плагой, так что... Страшно, страшно. Когда у них так пасть разрывается и оттуда плага выскакивает, это очень-очень страшно. Точнее, не страшно, но неприятно больше. Соединяйся ты уже от него, господи. Чё, прилился? Наконец. О, вот и дверь нам откроют. Отлично, наконец. Забираем патрон для снайперской винтовки. Довольно много их должно быть. Заряжаемся и... Ждем наших друзей, которые скоро к нам придут. Пока что ломаем ящик. И 15 патронов для пистолета. По скилловому отразил. Летящую косу, скажем так. Вот, прям народу-то прибежало. Где-то меня посмотрел. Был. Еще второму случайно как-то голову снес. Ладно, главное все мертвы. О, бля, чё, ты должен быть голову? Это он для пистолета. Я не хочу с тобой возиться, чувак, потому что я делаю для тренингов. Потому что я уже хочу отсюда свалить поскорее. Ничего из него не выпало. Прибыгать, в принципе. Патрон для дробовика. Ломаем ящик, там у нас красная трава. Ну и вот наш помощник, который открыл дверь. На. Наконец-то он откинулся. Заходим вовнутрь. Ищем драгоценности. Различные. Вот, например, духи. Три стрелы нашли. Отлично. Так, ну больше здесь ничего нет. Выходим отсюда, сохраняемся. Но мне осталось сказать спасибо всем, кто смотрел мое прохождение. С вами был Brain First. Удачи и пока.